Всем привет! Рада, что вы посетили мой канал, открыли мое видео о вещах, очередное видео о вещах. И сегодня я покажу вам вещи с интернет-магазина Ирины Слоневской. Я уже заказываю, наверное, раз шестой с этого сайта вещи и постоянно их ношу годами. Сейчас на сайте Ирины Слоневской скидки, и я все ссылки на вещи оставлю под этим видео в описании. Сразу, чтобы у вас не возникало вопросов, мой рост 1,80 м, вес 62 стандартный, хотя мне кажется, я сейчас поправилась после Франции на 4 кг. Я даже не вставала на весы, я боюсь, вот честно сказать, я боюсь. М размер, и если что-то на меня не налезет, то значит все, караул, я поправила. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже видели этот темно-синий костюмчик из шифона в мелкое сердечко. Я его полюбила, гуляла в нем по Москве, гуляла в нем по Франции. Пижамный вариант, плюс ко всему шифон, он очень легкий. Сейчас как бы не жарко в этом даже костюмчике. Можно носить по отдельности блузу. Здесь есть поясок, который подчеркивает вашу талию. Мне сразу понравился этот костюм и на сайте. И когда я его получила, я не разочаровалась, с удовольствием ношу и буду носить. Заказала я себе черное платье смокинг. И мне кажется, что под ботфорды черные, как я и видела этот вариант на сайте, это платье смотрится просто нереально сексуально круто, потому что это смокинг, потому что ботфорды, но сейчас лето, и я не смогу надеть ботфорды, поэтому, да, даже под замшевые босоножки будет классно смотреться это платье на вечер, либо на прохладный день. И в этом платье отсутствуют рукава, можно носить под водолазку, либо просто на бюстгальтер. Следующее платье показалось мне очень стильным на сайте, потому что это платье-жакет кремового оттенка, и на каблуках высоких, либо под юбочку. Это платье 2 в 1, можно носить и как платье, потому что оно удлиненное, и как жакет. Золотая фурнитура, и мне кажется, с золотыми аксессуарами будет очень красиво и богато смотреться это платье. Красивый белый летний сарафан. У меня есть точно такой же, только малинового оттенка. Его я носила 2 года подряд, и всегда, когда надевала, выглядела очень нарядно и богато, торжественно, красиво. А в этот раз появилась модель в белом варианте. Это легкое белое шифоновое платье. Если вы будете в нем кружиться, оно просто невероятно пышное. Юбка здесь длинная и широкая, и создается эффект, я не знаю, облака, цветочка. Очень красивое платье, его можно носить как и под каблучок, так и под плоскую подошву, какие-нибудь балеточки либо босоножки. И я была в этом платье во Франции, очень оно красиво подошло под город Руан. Я гуляла по Руану в нем, и все обращали на меня внимание, думали, я невеста, но я и была не невестой, да. Есть у меня еще джинсовый приталенный сарафан с белым кружевом, с пояском. Ну, это классика, мне кажется, всегда выглядишь очень милой, по-девчачьи, в сарафанчиках, золотые пуговички, поясочек. Думаю, что это платье будет смотреться очень женственно, мило. Можно носить его как каждый день, так и на вечер. You are, you are, you are, you are, you are, you are the solution.
На сайте мне еще приглянулось вот это платье нежно-малинового цвета из вельвета. Классический крой, платье приталенное, короткие рукава, карманы, золотые пуговички. И должно оно тоже смотреться прикольно, красиво, стильно. Следующее платье-футляр, изысканное, красного цвета, четкие линии, глубокое декольте, плечи. Должно смотреться платье элегантно и женственно в стиле Мелании Трамп. Я заметила, что я люблю воздушные платья из шифона. Когда я увидела на сайте это красное воздушное платье, легкое, с пояском, и здесь еще бантик завязывается на шее. Мне оно очень понравилось, и мне кажется, под мой цвет волос такое платье будет смотреться классно. Нежно-розовое платье с длинным рукавом из плиссированного шифона. На лето такой хороший офисный вариант. Такой цвет, он подходит и блондинкам, и брюнеткам, потому что нежно-нежно-розовый. Давайте посмотрим, как оно на мне смотрится. Так, следующее платье розовое, приталенное, смотрится как халатик из хлопка. Платье-жакет снова с пояском, и мне понравился цвет. Он, знаете, не белый, не розовый, такой светло-светло-розовый или розово-белый оттеночек. Вы не представляете, как жарко сейчас на втором этаже. Я на втором этаже снимаю это видео. Я закрыла все окна и двери, чтобы посторонние звуки не отвлекали ни вас, ни меня. У одного соседа курочки, птички чирикают, кокают, кукарекают. А у другого соседа собаки гавкают. В общем, очень весело. И сейчас я открою все окна и двери, буду наслаждаться звуками природы. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите, какой наряд, какое платье вам понравилось на мне. И всем спасибо за просмотр. Пока-пока!